В субботу, 29 мая, на городском стадионе состоялось долгожданное открытие нового футбольного сезона. В игре первенства Ивановской области среди взрослых команд встретились хозяева поля футбольный клуб «Восход-2» и гости футбольный клуб «Тейково». Церемония открытия футбольного сезона началась с гимна Российской Федерации и поднятия государственного флага. Приветствовал участников областного первенства заместитель главы администрации Фурманского района Сергей Окунев. Очень приятно, что сегодня Фурманов является площадкой для открытия футбольного сезона. Желаю всем удачи, счастья и хорошего настроения. И, конечно же, Фурманов – территория спорта. Ура! На открытии футбольного сезона главный судья чемпионата города Иваново по футболу Михаил Олешин вручил кубок и грамоту за второе место команде футбольного клуба «Фурманов» за участие в первенстве города Иваново по мини-футболу. В ответном слове капитан команды «Восход-2» Сергей Хрушков поблагодарил администрацию Фурманского района за оказанную поддержку и внимание. Хотелось бы от всей команды поблагодарить администрацию города Фурманов и Фурманского района Романа Александровича Соловьева. К сожалению, не смог вырваться нам. Сергей Александрович, зам, вам большое спасибо. Ольга Валерьевна, как начальник спорта комитета, поддерживают футбол, нашу команду поддерживают. Очень приятно. Благодарим их от всей команды, я благодарю лично. Общаюсь со всеми спортсменами в Фурманове, не только футболистами. И хоккей, боевые, наносы, все прочее. Действительно, администрация поддерживает. Мне очень приятно слышать при этом хорошие отзывы в адрес администрации. Так что, да, действительно, Фурманов территория спорта. Всем спасибо. Удачи! Удачи обязательно, да. С первых минут матча соперники активно атаковали ворота друг друга. Матч был богат на голы и красивые моменты. По итогам встречи счет остановился на отметке 4-2 в пользу команды «Тейково». Следующий матч первенства области для команды «Фурманов-2» – домашний. Он состоится 6 июня в 16 часов на городском стадионе. Приглашаем всех желающих.